В Красноярске уничтожили около тонны осетра. Об этом сегодня сообщили полицейские. В наш город рыбу привезли незаконно на одном из речных судов еще в июле прошлого года. У поставщиков не было на продукцию никаких документов, в том числе подтверждающих ее качество. Служба ветеринарного надзора провела лабораторное исследование изъятого товара и партию рыбы уничтожили на основании решения суда. Злоумышленникам грозит до 2 лет лишения свободы. Согласно действующему федеральному закону, в случае изъятия рыбы, в данном случае предусмотрен только один вариант – это ее уничтожение. Если рыба еще находится в живом состоянии, то в этом случае рыбу можно отпустить.